Анонс, и точно дата выхода 25-й серии турецкого сериала «Маленький лучик света». 25-я серия сериала выйдет в эфир 13 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Лив смогла найти Гюнеш и пришла к ней. Девочка находилась в шоковом состоянии, но как только она увидела Лив, то сразу же ее крепко обняла. Лив пообещала Гюнеш, что все будет в порядке, и она обязательно вылечится. А Лив всегда будет рядом с ней. Затем Лив пришлось уйти. Она стала просить у Фульи ключи, но ей никак нельзя отдать их. Фулия позвонила Феррату и сказала о том, что Дила приходила в садик. Из-за этого у Гюнеш произошел нервный срыв. Лив узнала об этом и отправилась вслед за Дилой. Фулия переживает, что может произойти что-то нехорошее. Умран подвергается угрозам, и если она не согласится отдать свои акции, то может оказаться в тюрьме за то, что довела человека до самоубийства. Лив смогла найти Дилу, которая стояла возле ворот. Она на этот момент находилась в машине. Лив сказала, что Дила больше никогда не сможет навредить Гюнеш. Затем она нажала на газ и поехала прямо на Дилу, что в итоге привело к большой трагедии. У Феррата стали спрашивать, видел ли он, что произошло. Феррат ответил, что в момент произошедшего он находился в совершенно другом месте. Лив не может поверить в то, что Феррат готов свидетельствовать против своей родной сестры. Когда он подтвердил это, то Лив была очень благодарна Феррату. Напомним, 25-я серия сериала выйдет в эфир 13 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.